Damn. Женщинам моложе 40 лет запретят курить. Народные избранники Российской Федерации предлагают не продавать сигареты дамам детородного возраста. Курить вредно, но когда государство пытается за своих граждан решать, что им делать, получается еще вреднее. Два депутата от КПРФ Иван Никитчук и Дмитрий Кононенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагают запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет и матерям в присутствии их малолетних детей. Они логично обосновывают это вредом, который никотин наносит репродуктивной системе женщины. Но все это сильно похоже на законы Павла I, регламентировавшего все вокруг, вплоть до длины усов у офицеров. Вряд ли кто-то сегодня хочет жить в таком мире сплошных регламентов. Даже 200 с лишним лет назад начинания Павла I закончились переворотом. Да и само по себе выглядит странно. До 40 ты еще нужна своей стране, а после бог с тобой. Травись и помирай. Между прочим, за продажу сигарет женщинам не бальзаковского возраста по этому проекту продавцов предлагается штрафовать до 5000 рублей. То есть предлагается у женщин спрашивать паспорт и смотреть дату рождения. Еще в прошлом году в стенах самой Госдумы этот законопроект называли не имеющим законодательной перспективы и чисто пиаровским. Но тем не менее, даже столь странный, если не сказать дурацкий, законопроект дошел вчера до слушаний в Думе и стоял в повестке дня, но руки до него у депутатов так и не дошли. Времени не хватило или хватило разума?